Итак, друзья, всем привет, с вами Кирилл, и сегодня мы будем на примере симулятора Assetto Corsa Competizione проходить круг по трассе Laguna Seca на Porsche 992 GT3 RS. Так, выходим из последнего поворота, используем максимально прямую траекторию выхода, чтобы максимально быстро разогнаться на стартовой прямой. Жестко тормозим перед первым поворотом. Попадаем на держак. Но пока резина не прогрета, мы не будем попадать туда, куда хотим. Поэтому первый круг используем для прогрева резины и для повторения траектории. Используем на передачу пониже, потому что скорость, пока не прогрета резина, чуть меньше на апексе. Стараемся тормозить там, где накатанные следы начинаются. Используем торможение не только для того, чтобы остановить машину, но еще и для того, чтобы добавить держак на передние колеса. Используем пониженные передачи при движении в подъем. Даже если она крутится в отсечку, ничего страшного. Повышенная передача зачастую ведет к более вялому разгону. Стараемся не съезжать с накатанной траектории, потому что за ней начинается как будто бы лед. Там червячки из резины, грязь, пыль и все такое. Так, наш быстрый круг начинается сейчас. Прямолинейная траектория выхода из поворота ведет к улучшению разгона на стартовой прямой. Крутим в отсечку четвертую. Здесь как мячик для пинг-понга отскакиваем от правой половины трассы. Не используем зону проката в первых двух поворотах вообще. Либо тормоз, либо газ. Самое главное — соблюдать усилие торможения. Чувствовать, насколько нужно поворачивать руль. Причем поворачивать нужно на максимально маленький угол, который позволяет вам вообще войти в поворот. Снизить угол поворота руля помогает тормоз. Тормоз увеличивает держак на передней оси автомобиля. Пока я разговариваю, я немного не слышу передачи, поэтому иногда кручу в отсечку. Поэтому сейчас просто помолчим, и мы пройдем трассу быстрее. Ошибся немного. Занимаем правую полосу как можно раньше, чтобы левый поворот для нас был с более маленьким углом поворота. Здесь вот в первый поворот хитрая у нас траектория. Как бы отскакиваем от этой половины, в этот момент тормозим жестко. Здесь приспускаем тормоз и сразу переходим на газ. Здесь главное максимально мало поворачивать и прям попасть на апекс. Не все могут правильно объяснить, я в том числе, может быть, кому-то мой язык будет более понятен. Суть в том, что нужно на входе в поворот найти такую прямую линию, которая позволит тормозить почти на прямых колесах. То есть использовать зону входа в поворот как продолжение торможения. Слишком сильно поворачивать руль в этот момент нельзя. Попадание на первый апекс штопора позволяет вам лучше распрямить машину, и она более мягко проходит вторую часть без удара по подвеске, что позволяет улучшить трекшн на выходе из этого поворота. Занимаем правый ряд и движемся параллельно правой стороне трассы, чтобы последний поворот казался более плавным. Постепенно улучшаемся.
лучше вышел из поворота. Используем всю ширину трассы в этом месте. А здесь диагональное торможение используем в этот поворот. Зацепил кёрб. Вот заметил такую фишку в игре, то что машина не всегда под тормозом может повернуть. Иногда разгружается у нее передний мост в штопоре. Сейчас мы немного потеряли держак. Параллельно правой стороне и входим в поворот на первой передаче. Отталкиваемся от правой стороны трассы и входим в первый поворот. С тормоза сразу на газ наступаем. Никакой зоны проката. Максимально прямолинейно выходим из второго поворота. Используем тормоз, чтобы улучшить держак передних колес на входе в поворот. Диагонально тормозим в этот поворот. Тормоз помогает закрутить зад. И максимально рано распрямиться на выходе. Этот прием еще называют трейлбрейкингом. Немного дестабилизировал машину в этом повороте, что заставило меня немного потерять время. Поздновато и слабовато тормозил, не догрузил передок и немного промахнулся в штопоре. Но мы все еще идем с улучшением своего собственного графика. Самое важное в вождении автомобиля – это смотреть туда, куда вы хотите попасть. Это посмотреть в так называемый апекс поворота. Это зона, как бы вершина поворота, так скажем. Отскакиваем и тормозим. Разворачиваем машину и максимально рано открываем газ на прямых колесах. Рисуем везде прямые линии. Увидел дорогу, полный газ. Никаких там дозирований газа, можно бы только начинать разгон, можно плавно. А вот если ты надавил газ, а потом его приспустил, это уже потеря времени. Надо исключительно выходить из поворота, только полностью наступая на газ. Когда ты уверен, что можешь наступить на газ на 100%, тогда и открывай его окончательно и бесповоротно. Вот это хорошее прохождение штопора. Здесь главное не вываливаться за держак. Вот сейчас и хорошо это место прошел. А вот здесь вот заскользил на входе, потому что тормознул как-то резко. Вот прям вообще идеально вышел из этого поворота. С последнего. Сейчас будет хороший разгон на стартовой прямой. Вот мы уже 0,6 почти сняли, 55 сотых. Трейлбрейкинг. И вот отсюда уже полный газ открываем. С середины поворота. Здесь как бы на входе в этот поворот максимально малый угол поворота позволяет держать постоянную дугу. Во, прям четко получилось пройти поворот. Можно было плавнее. Ее как бы внутрь засасывает в этом месте.
Тормозим жестко. Поворот руля, кстати, помогает машине дотормозить на апекс. Не все об этом знают. Но для медленных поворотов это работает. Еще в некоторых поворотах автомобилю помогает не заблокировать резину нажатие на газ одновременно с тормозом. Сейчас я неудачно вышел с последнего поворота. Еще я запоздал с переключением на третью. Здесь мы много отыграли. Чуть не пойму, почему я мимо проехал. Вроде тормозил везде, где обычно. Блин, зацепил внутренний кёрб. Разворачиваем машину и стартуем вот отсюда. На грязной-то резине держак похуже. Надеюсь, пара поворотов позволит ее очистить. Эффективно прошли мы этот поворот скоростной. Тормозим жестко и резко. Главное попасть на первый апекс, а второй из-за этого проходится более эффективно. Сейчас остались внутри, и мы несколько быстрее, чем на прошлом круге. Значит, эта траектория позволяет не вываливаться наружу. Терять меньше скорости. Максимально эффективный разгон на выходе. Сейчас на прогретых шинах попробуем жестко оттормозиться. Жесткая ошибка стоила нам много времени. Так, у нас по давлению 27,8 PSI. Это, в принципе, довольно неплохо. Сейчас попробуем до 27,5 довести, менее агрессивно пилотируя. При снижении скорости давление в шинах падает. Ну, это, наверное, уже все знают.
соскочил с держака и по ходу всего поворота терял время, в том числе и на выходе. Вовремя оттолкнуться, задеть апекс и как можно раньше открыть газ позволяет прям много времени отыгрывать, потому что не всегда мы можем ориентироваться на какие-то места на трассе. Нужно смотреть, откуда мы хотим оттолкнуться с правой стороны трассы и куда мы хотим попасть. И вот эта вот тактика позволяет стать намного быстрее. Вот здесь вот мы, видите, вот отсюда начали поворот. А иногда мы не смотрим туда, и получается, у нас начинает кружиться голова со временем. И попадаем не туда, куда хотим, вот как сейчас. Насколько медленнее будет выход из последнего поворота, он как прибывает время. Сейчас даже у нас на стартовой прямой будет меньше скорость. Так, жестко тормозим. Так, я немного опоздал, потому что, видимо, не так резко нажал на тормоз. Хотя тормозил в том же месте, но доли секунды позже. Так, жестко оттормозился и уже промахнулся. За счет неправильного торможения. Надо вовремя оттормозиться и вовремя отпустить тормоз. Чтобы машина слишком сильно не клюнула носом. Можно даже играть газом во время торможения, чтобы регулировать это самое клевание носом. Постоянно поддерживая обороты, и это позволяет машине раньше раскрутиться. Это тоже еще одна хитрость, которую я подслушал у многих опытных, как сим-рейсеров, так и участников реальных гонок, у которых высокие бюджеты, так скажем, которые не берегут свою технику во время пилотажа. Любое экстремальное использование гоночной техники ведет к сокращению ее ресурса, срока службы. В симуляторе этого всего нету. Сейчас я рановато затормозил, но все-таки попал на апекс. Потери не такие большие. Коррекция на выходе. Зато здесь был достаточно эффективен, хотя все равно потеря времени идет. Уже держака не так много, машина не так охотно цепляется за каждый поворот. У нас 11 минут до конца стинта. Опоздал с торможением. Вот сейчас будет хороший круг. Сосредоточимся на максимум. А вот зря я вот этот по ребрике отцепанул. Прям в миллиметрах от него был. Это максимально дестабилизировало машину. Круг запорот. Важно не перенервничать на своем быстром круге. Завышенные ожидания ни к чему хорошему не ведут. Надо максимально спокойно и хладнокровно подходить к прохождению каждого поворота. Не расслабляться после того, как предыдущий поворот удался лучше, чем вы думали. Ну вот, типа, вот это сложное место прошел, следующий поворот легкий, ладно уже, можно расслабиться. Нет, такого нет в автоспорте. Каждый следующий поворот нужно проходить с холодным расчетом,
четко прогнозируя поведение машины в следующий момент времени. И вот снова наш следующий боевой круг начинается. Топливо меньше, резина в неплохом состоянии. Тормозом подгрузил машину и довольно неплохо прошел поворот. Отставание все увеличивается и увеличивается. Ищем точки прямолинейного торможения. Задние шины перегрелись, надо их остудить. В каждом повороте просто тащит заднюю резину. Одна ошибка часто приводит к срывам заднего моста из-за перегрева резины. Поэтому важно проходить каждый поворот с минимально возможным углом поворота руля. Вот это вот место я прохожу данным образом. Прижимаюсь к этому поребрику и по левой границе трассы как бы статично поворачиваю руль и местами только догружаю машину, чтобы попасть на апекс. Здесь как бы использую прием отталкивания от поребрика. Здесь вот начинаем резко вот так вот отталкиваемся. И вот так вот диагонально заходим в поворот, здесь разворачиваемся. Если мы сюда попали, это позволяет нам вот так вот выйти из этого поворота. Передача тут, конечно, не важна. Лучше двигаться на третий. Это я про данный момент, что я на четвертый прошел. Это чтобы просто показать вам, как это выглядит. Жестко тормозим, прямолинейный участок торможения. Первая передача, сюда попали. Если мы сюда попали, меньше поворачиваем в этот поворот, это позволяет лучше разогнаться. Хоть это и спуск, но все равно это важно. Здесь вот главное вот так вот пройти. Максимально рано занять вот эту точку. Отсюда оттолкнуться, попасть сюда. На апекс. Выйти с поворота максимально широко. Как можно раньше занять правую позицию, двигаться параллельно правой части трассы, развернуть машину и здесь уже прямолинейно нажать на газ, чтобы выход из поворота был максимально быстрым, с прямолинейным поворотом руля. Движемся параллельно правой части трассы на входе в поворот. Главное оказаться здесь и открыть газ. Поэтому это и стабильнее, и быстрее. Здесь еще этот поворот бэнкинг, поэтому траектория не совсем правильная. Не совсем классическая, как вам в учебниках написали. И так вот на многих трассах. По радио говорят, что 5 минут осталось. 5 минут осталось и до конца нашего видео.
это уже машина перестала тормозить. Важно при любой ошибке еще минимизировать потери, потому что ошибки по-любому будут. Особенно, когда вы ездите на геймпаде, как я. Как оказалось, на геймпаде тоже можно показывать хорошие времена, но суть этого видео не в девайсах, на которых мы гоняем, а на любом девайсе можно проехать очень быстро. Главное использовать правильные приемы, так скажем, правильные советы во время пилотажа. Промахнулся, но минимизировал потери. А вот здесь совсем промахнулся. Если мы не попадаем в поворот, чувствуем, что не попадаем, то приспускаем тормоз. Это позволяет нам вообще повернуть. Вообще заскользил, слишком быстро вошел. Что-то уже какая-то вибрация началась на шинах. Поэтому, наверное, это видео пора заканчивать. Сейчас мы медленно пробежимся по трассе. После 18 кругов пилотажа беспрерывного. Хронометраж видео, конечно, затянутый получился. Но это будет в формате такого мини-стрима. Пускай отложенного, записанного отдельно на GeForce Experience. Так что не судите строго. Надеюсь, было интересно. А то некоторые судят по игре, ну зачем мне симулятор, там, что-то по кругу кататься, что-то на время, там, что интересного, поворачивай вовремя, тормози вовремя. Но нет, тут много интересных геометрических фишек, которые я могу вам показать прямо сейчас, например, двигаясь по трассе максимально медленно. Вот здесь вот повернул, развернул машину здесь, здесь вышел вот так вот из поворота. Эффективно разогнался. Поехал по прямой диагонально, максимально сократив дистанцию, даже движись по прямой, там пару тысячных там сэкономит. Как бы вот здесь начинаем резко тормозить, вот отсюда начинаем направлять машину вот сюда, в это время тормоз нажат, 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 слабо нажат, и вот здесь переходим на газ. Отталкиваемся от этой части трассы, движемся параллельно вот этой части трассы слева. Разворачиваем машину, мы наступаем на газ вот здесь. Видите, насколько прямолинейно она выходит из поворотов. Оттолкнулись отсюда, газанули и вышли вот так. Оттормозились, направили машину вот сюда, здесь ее как бы развернули, направили вот отсюда на разгон. Максимально плавно и мало поворачивая руль, насколько это возможно. Тормозом нагрузили, чуть-чуть слабым тормозом, причем на входе в поворот. Максимально использовали всю ширину трассы и максимально рано открыли газ, насколько это возможно. Здесь ищем прямую точку торможения, не раскачивая машину вправо-влево, главное попасть вот сюда. А когда мы здесь уже нажали на газ, мы вот так вот плавно выходим из поворота, нагружая левую часть машины, и это позволяет нам перелететь через правый поребрик. Здесь вот мы максимально вот так вот используем. Не вываливаемся наружу, вот отсюда отстреливаем сюда и максимально мало поворачивая, как бы проезжаем с мало повернутым рулем через вот эту зону трассы. Здесь оттормаживаемся и главное в последнем повороте оказаться здесь. Вот и закончилась наша сессия. Надеюсь, видео было интересным. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и желательно оформляйте спонсорство канала.
кому понравился данный формат видео, вы можете оставлять донаты, кидать донаты мне на карту. Всем спасибо. Всем пока.